Привіт всім! Сьогодні наш тренер Наталія Михальченко та її спортивна команда покажуть вам вправи, які можна виконувати в будь-якому місці, тому що із інвентаря вам потрібна лише стіна. Сьогодні ми поработаем над внешней поверхностью бедер, задняя, ягодичная и, конечно, уделим внимание прессу. Разворачиваемся лицом к стенке, руки на стенку ложим, ножку отводим назад вправо и на выдохе отрываем вверх, на вдохе возвращаем. Выдох, вдох, выдох, вдох. Таз у нас смотрит на стенку, плечи на стенку смотрят. И на выдохе заводим ножку назад. Последний раз. Меняем. Левая нога. Отводим назад. На выдохе вверх, на вдохе вниз. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Живот в тонусе. И еще один раз. Возвращаем. Отпустили ножками. Разворачиваемся боком. Ногу заводим, ручка на стенку. Ножку заводим вперед с кресла. И на выдохе уводим ногу в сторону. Возвращаем. В сторону. Возвращаем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Насколько можем, выводим в сторону. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Последний раз. Разворачиваемся другой ножкой. Заводим вперед с кресла. Угу. И на выдох уводим в сторону. Вверх выдох, вниз вдох. Выдох, вдох. Последний раз. Хорошо. Становимся лицом к стеночке. И мы начинаем группироваться. Округляем спинку. Колено подтягиваем к груди. Через низ заводим ножку и вверх мах. Выдох и вдох. Группируемся. Обязательно в начале в исходном положении. Выдох. И мах. Мах ногой ровный назад. Хорошо. Таз смотрит на стенку, плечи на стенку. Еще один раз. Хорошо, молодцы. Левая нога. Сгруппировались. И через низ мах. Продолжаем. Последний раз. Хорошо. Струсили ножками. Теперь становимся тоже личиком к стеночке. Ножкой зацепили. С правой ногой зацепили левую. И на максимальной скорости, на максимальной амплитуде вверх-вниз мы здесь работаем над нашей голенью. И повыше. Повыше стараемся подниматься на носочек. Последний раз. Поменяли. Правая нога, левой зацепили и на выдохе максимально вверх. Разворачиваемся боком. Отходим чуть-чуть подальше от стеночки. Ножку выводим параллельно полу и делаем захлёст. Мы максимально стараемся пяткой дотянуться до ягодицы. Выдох, вдох, выдох, вдох. Опорная нога ровная. Еще два раза. Последний. Возвращаем. Поменяли. Наклоняемся. Колено. Выдох. Вдох. Захлёст. Захлёст. Пяточка максимально. Уходим. Носочек на себя. Угу. И пяточкой уходим к ягодице.
Угу. На выдохе, на вдохе возвращаем. Молодцы. Становимся личиком. Ножка. Стопа правой ноги на левую голень. Колено максимально разворачиваем в сторону. Таз у нас смотрит вперед на стенку. Плечи смотрят на стенку. И мы отводим ножку назад. Ножку. Стараемся бедро отводить. На выдохе. Амплитуда здесь небольшая. Колено смотрит в сторону. Плечи на стенку. Таз тоже на стенку. На выдохе отводим. На вдохе возвращаем. Еще раз. Молодцы. Поменяли. Выдох. Отводим колено в сторону, тянется. Живот втянули. Выдох. Вдох. Таз развернули к стенке. Плечи к стенке. Хорошо. Еще раз. Потрусили ножки. Расслабили. И переходим на коврик. Ножки у нас на пяточках. И ручки в замочек. И мы начинаем скользить. Ножки уводим в стороны. И возвращаемся. То есть это можно выполнять на песочке. Раскрылись, собрались. Раскрылись, собрались. Выдох. Вдох. На выдохе собираемся. Вдох, на выдохе. Ручки поставили назад, пальцами вперед. И будем рисовать закат солнца. Разворачиваем ножки на бок, плечи смотрят вперед. Мы отрываем ножки, вдох, и на выдохе рисуем полкруга. Вдох и на выдохе. Можно слегка покачивание на ручках. Полкруга рисуем как закат солнышка или как восход солнышка. И еще раз. Хорошо, разворачиваемся, ложимся на коврик, потянулись, расслабились. Ножки широко, ручки в сторонку. Левая нога прокидываем за правую. Руки через сторону. Заводим за голову в замочек. И замочек вывернули. И тянемся двумя руками в правую сторону. У нас идет полное вытяжение боковой поверхности левой стороны. Возвращаем. Возвращаем левую ножку в сторону. Запрокидываем правую. И ровными ручками уходим полностью в левую сторонку. Обе ножки у нас ровные, вытягивается боковая поверхность. Хорошо, возвращаемся. Ручки уводим в стороны, ладошками вниз. Правая нога посерединке, левую на правую. И начинаем уводить то в одну сторонку, то в другую сторонку. Руки оставляем на полу, стараемся плечи и лопатки оставлять на полу. Разворачиваем максимально, насколько возможно. Вдох, на выдохе уводим вниз. Вверх, вдох, на выдохе уводим. Теперь развернули, задержали, максимально увели в сторону. Вдох, на выдохе в другую сторону. Возвращаем. Опустили. Теперь левая пяточка посерединке. У нас правая нога у нас сверху. И начинаем точно так же покачивающими движениями вводить то в правую, то в левую сторону. Вверх, вдох, выдох, вводим вниз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще. Задерживаем в одну сторону. Вдох и на выдохе в другую сторону. Возвращаем, опустили. Ножки на ширине таза, руки заводим за голову, тоже у нас на ширине плечей. Ладошка смотрит на ладошку.
Мы тянемся. Правая рука, левая нога над самим полом. Вытяжение. Тянемся, 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 тянемся. Расслабились, опустили. Левая рука, правая нога. Тянемся, вытягиваемся. Расслабились. Еще потянулись, вытянулись. Максимально тянемся, вытягиваем носочек. Расслабились. Еще тянемся, вытягиваемся. Расслабились. И последний раз вытянулись. Задержали, опустили и поменяли. Другая рука с ножкой, вытянулись, опустили, расслабились. Руки смотрим, руки в сторонку, ладошками вверх. Ножки полностью расслабляем, уводим носочки в сторону, звездочки. Закрываем глазки и расслабляемся, дышим. 4 счет вдох, 4 счет выдох. 4 счет вдох. 4 счет выдох. Возвращаемся, открываем глазки. На сегодня все. Молодцы. Тож, дивлячись на наших дівчат, можу сказати, що вправи дійсно ефективні.